любой вам мужик, спросите шепотом, а ты хотел бы, чтобы я тебе на 23 февраля не трусы и носки подарила, а секс такую игрушечку, которая там как пропеллер крутится. Он скажет: дура. А когда вы ему вставите, он скажет: а, как же ты так, кто тебя научил? А вы скажете: старший товарищ, женщина-ковшик. Знаете, как мужчины любят эти игрушки? Я вам одно хочу сказать. Купить ему секс-игрушку для его задницы, и он будет: Поэтому мужики ваши, те же геи, засуньте им в задницу игрушку такую, которая их заднее место расшевелит, и они будут плыть и ехать. Поэтому все мужики в натуре геи. Это я уже проверила. Он пидорас, он гей. А вашему мужику в задницу засунешь секс-игрушку, которая будет вот так вертеться, и вот так вот все. Он улетать будет на небо, ему никакой секс бабой не нужен. Потому что внутри мужики, они все геи. Все, абсолютно. Купите им секс-игрушку и вставляйте им в одно место, и пусть она крутится с утеплителем там, и все.